Я так и знал. Молодец, Абгай, ты настолько... Ты как и я, да, мочил всех ходил? Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Абгай, Skin Gun Fire. Всем привет! Написали в комментариях, чтобы мы поиграли Among Us в Гаррис моде. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас гейм-мод Among Us в Гаррис моде. Погнали! Пацаны! Да? Серега, странно, что ты молчишь. Потому что я задание выполняю. Правильно. Правильно делаешь. Я уже, блин, лучше буду ходить с кем-то, я уже боюсь, я всех подозреваю. Опа, смотрите, он стал возле вентиляции. А, нет, там задание есть, понял? А кто? Gunfire, может быть. А вдруг быть. Это Дима? А может, это я, кстати. А может быть, это и Серега. Кстати, я знаю, что Серега, когда убийца, он всегда молчит. А может быть, это цветы? Кто? Может быть, это Дима. Здрасте. Мордасть. Вы что наговариваете на самых честных людей на планете? Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Да. Дима, ты говоришь самые честные люди, в итоге я кажется импостером. Компостером. О, Абгай. Здесь ходит. Кстати, кто хочет засняться так же, как и мы, заходите на сервер Димаса в Дискорд. Да, ссылочка в описании. Так что молодец, сделал красивую рекламку. О, да. Так, задание все меньше и меньше, а никто не убивает карточка. Никого. Чё так? Да ты как-то за мной странно бегаешь, Абгай. Я на тебя подозрение. А у меня на тебе подозрение. Сережечка. Да. А ты где? Все, я все задания. Я буду с вами, пацаны, бегать, я манал. Вот так вот всегда, я но все, поодиночке. Я все задания. Кстати, вот Тимок сбросит, да бегает один. Это очень странно. Труп! Опа! Серега! Я уверен, что ты убил и кинул. Нет, я нашел. Да, да, я не верю, Сереге. Он в операционной, короче, там лежал. Я знаю, что ты очень хороший актер, это раз. Дима, ты очень хороший. Дима, смотри, если я сейчас не буду импостером, то ты будешь вохом, хорошо? Если ой, меня Димас, сейчас сольют. Димас, у меня есть это самое оправдание Сереги, потому что я с ним забежал, и там был труп. Типа, не, я знаю, я просто знаю Серегу. Он актер без Оскара. Леонардо Ди Каприо курит в сторонке. Я думаю, это все-таки, ну, я не знаю, кто это. Или Тимокс, бро, он постоянно один бегает. Ага. Короче, если я сейчас не импостер, Димас кабака, лох. Чего вдруг? А если ты убийца, то ты тогда лох. Ах ты, блин, Серега, ну извини, серьезно. Да ну, господи, а че? Да ну это обстоятельства, я не хотел. Да мне пофиг, я задание главное выполнил, осталось вам выполнить задание. Блин, я буду с кем-то бегать, а где кто? А мне осталось только в управлении задание завершить. Проведите картой. Ой, не то. Вот. Я так и знал. Молодец, Абгай, ты настолько мал... Ты как и я, да, мочил всех ходил? Дима, ты меня первым убил. Выслеживал. Блин, это была очень крутая катка. Я уже даже не ожидал, что я когда-то смогу выиграть в этот гейм-мод. И вообще в эту очень классную игрушку. Ну, блин, как-то получилось, ребята. Я жопой чую, что Дима был импостером. У меня же еще это самое подозрение было, но... Серега, ты член экипажа? Я капитан. Так. Честно, Дима. Что делаем по красоте? Смысленно было. В смысле? Вот, не, ребят, ну... если вас импостер убивает, то выполняйте. Не надо задание. Орать, не надо орать. Выполняйте задание, а то невыполненные задания, короче, вы затягиваете игру. Ну,
Зачем вам эти проблемы? Я рядом. Приближаюсь. Радекс, я здесь. Есть, отключили. Серега, я буду с тобой бегать. Иди. Выровнять мощность двигателя, что ли? Что это нажать? Я с первого раза карточку провел. Серега, как просканировать себя, доказать, что я обычный игрок? Блять, здесь как-то ворота. А нельзя? Что такое? Так, подожди, а куда бежать? Что случилось? Вижу, светятся. Я хочу в управление пойти. Бежим. Что надо вводить? Отключили. Молодцы, пацаны, о, красавчики. Карточка. Ну. Так, а ну кто был с нами? Какой был пароль там? А ну-ка. Так убийца не может знать. 5-5-5. 2-8-8. 8-8. Видите? Я, значит, тоже. Я доказал, что я не убийца. Доказал вам. Я тоже не доказал. Ты не сказал цифры. Как он это? Сказал. А последний я сказал. Только кто видел, может знать эти последние. 2-8-8 я угадал, да. Серега, ты молодец, конечно. Я на тебя буду вообще обижен. Я уверен, что это Серега, раз он не знает цифры. Мне что-то кажется, есть такое подозрение. Удачи, Дим. Небольшое на волка. Не знаю почему, но у меня есть... Пока мы тут выполняем задание, короче, они, короче, убивают там всех. Убивай. Убивают. Легендарная песня. От Сереги. Убивать. Серега, ну ты убийца, ты уже доказал, это же понятно уже. Я выполню. Так что сейчас мы тебя будем выкидывать, как обычно. Давай. Я жду с нетерпением, Дима, пока ты выкинешь. А, вот так, значит, ты шутки со мной вздумал играть. Да, я уже троих убил. Меня... Я знаю, кто это. Это Люша Карпов. Он там уже выбежал оттуда, где Дима убил. Ну да, это было... Нет, я не там был. Это был не он. Это был не он. У меня подозрение на Райдекса. Почему-то Дима, он не Дима, тихо. Это Илюша. А я тру. Что вообще слушаете? Я тру, я молчу. Я, короче, не знаю, у меня подозрение на Райдекса. Нет, я видел, как Илюша оттуда выбежал. А я из склада бежал вот эту. Ладно. Нет, я видел то, что ты с управления выбежал. В смысле за меня? Пацаны, вы угадали, все равно уже не отменишь никак голосование, так что да, он был предателем, один из предателей. Это какашка и меня убила, спасибо, что там. Да? Молодцы, пацаны, красавчики. Ну ничего, ребята. Я запомнил его лицо. Я могу сказать, кто второй, но не буду говорить. Ты не имеешь права. Если ты скажешь, ты будешь конченым. Лохом. Серега, мы с тобой одинаково мыслим. Так, а что нажимает тут вроде как задание? Ой. Свет. Ого. Это обгай 100%. В смысле я? Пусть а ты ходил свет выключать, а там еще за тобой черный ходил. Пацаны, да хорошо думайте. Я не ходил свет вырубать. Я видел, как ты видел. Пошел задание выполнить. Да, я свет выключил. Доказать? Я все видел. Ага. Как тебе доказать? Тимоха, голосуй. Ты на меня гонишь. Да, пацаны, жалко мне. Хороший был парень. Блин. Как говорится, вот парень помер, неплохой, только вот не сытся и глухой. Просто не зря. Да, легко. Подозрение на Обгая. Я главное заметил то, что сначала снег, потом черный, потом бац, я смотрю, да, там где-то черный. Ну что, ребята, третья каточка. Все как вы любите, по красоте. Надеюсь, Серега будет убийца, я его сейчас сразу выкину. Сейчас меня кто-то убьет. Блин, Серега, ты член экипажа? Я капитан. Да не, я ж видел, что написано, что ты это, член экипажа. Так, зачем я вообще сюда пошел? А, мне тут пролетит карта. Вот это я мастер. Так, давайте будем ориентироваться. Так. Не сюда. Карта маленькая, ее можно выучить, да, Серега? Да.
Не дакай. А как, кстати, карту открыть? Ну ладно, возможно. Так, а что тут надо сделать? А, квадратики заполнить. Вот это задание. Так, здесь у меня заданица. Это интересно, о, чем я думаю. Нашел. Опа! Я видел, что это King of Fire оттуда. Это King of Fire? У меня подозрение на него, если честно. А, да, значит, по шкатке я на тебя винил, а теперь ты на меня. Потому что ты шел с той стороны. Ты шел со стороны труп. Это у меня единственное подозрение на тебя. Почему? Так, кто это? Давайте попробуем King of Fire тогда выкинуть. Я тоже согласен, потому что подозрение. Да, это King of Fire. Раз вы голосуете за него, я тоже за него проголосую. Если не я, то обгарит никак. Не, ну а что делать, извини. Хороший был пацан. Парень неплохой. Него, блин, только с лицей глухой, давай. Так вы спихнуть решил на него, пацаны. Вот тот, кто спихнул на King of Fire, тот и есть убийца. Это же элементарно, Ватсон. Ну это обгай получается. Не, ну что, давайте сразу нажимаем кнопку, может, и выкидываем его. Ну... кстати, у меня есть доказательство, что это не я. Давайте я в медпункте просканировать. А там можно? Да. Давайте, идемте. Давай. Я специально задание это берег напоследок. Давай, иди. Так мне не то это по заданию. Следи, следи за ним. Анимация есть? Не. Нету. Жаль. Я думал, есть. Это он. Че он дурку нам гонит? Радок. Ой, Абгай. Ну ладно, это... Абгай, это ты. Ну ладно, голосуй. Да ну не надо делать грустное лицо, если ты спихнул на King of Fire, на честного человека. Очень честный человек на в этом игре. Мне кажется, Димыч. Нет, я выполнил задание. Не, выполнил задание. Я даже подойду тебе могу сказать, сколько заданий, что я сделал. Мне, кстати, тоже кажется, что он предатель. Да сфига ли, вы что гоните, всегда он с движением бегал. Ну давайте его Абгай пробуем. Да нет, это Абгай, он просто не умеет актерское мастерство подключать. Если ты уже или морозишься, или нормально говори. А может это и Серега, кстати, был? Я вообще-то сдох. А, да? Вот как... Ах ты говно! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.